Военно-патриотический клуб «Патриот», государственное учреждение образования Ильянская средняя школа имени Адама Антоновича Гримати Вилейского района действует с 1 сентября 2022 года на базе Народного музея «Ильянские далягляды». Руководитель клуба – Новик Виктор Викторович, капитан милиции запаса, руководитель по военно-патриотическому воспитанию. Члены клуба – 12 человек, учащихся 4-8 классов. Основные задачи клуба – воспитание любви к родному краю и людям, формирование патриотизма, самознание, формирование активной жизненной позиции, умение успешно адаптироваться в окружающем мире, развитие творческих и организаторских способностей, формирование совместной детско-взрослой деятельности на материале музейной практики, приобретение навыков для исследовательской, поисковой, научно-практической работы, направление деятельности, исследовательская и поисковая работа, экскурсионная работа, проведение военно-спортивных мероприятий, волонтерская деятельность, встречи с ветеранами войн и сотрудниками силовых ведомств, занятия по строевой и огневой подготовке. Наши достижения. Проведены различные мероприятия и акции. Внуки помнят, оружие победы, женщины на войне, ветеран рядом, награды наших земляков и так далее. Установлены имена 20 павших военнослужащих и партизан, захороненных в братской могиле агрогородка Ильи. Проводятся волонтерские акции. В учреждении создан проектно-исследовательский центр, создана экспозиция, посвященная геноциду, истории еврейской общины и Холокосту в Илье.